космического времени суток. С вами Виджей Вери. И я продолжаю проходить Undertale. Пусть и не совсем удобным для меня путем. Так, здрасте. Извини, Дань типа сказала, что где-то тут точняк бродит человек. Так что, типа, мы, королевские стражи, преграждаем путь к лифту. Мя! Даже если лифты все равно не работают, мы сделаем все, мисс Андайн. Как бы мне тебе сказать помягче? Что? 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 Нету больше вашей Андайн, все? Скопытилась, о. Ты кто такой? Тра-ла-ла, я паромщик. Или паромщица. Не так уж это и важно. Я люблю плавать на своей лодочке. Не хочешь присоединиться? А куда? Куда мы сегодня направимся? Вот оно как. Не, знаешь, пока что я хочу Эй-эй-эй, погоди, нет. Я никуда не хочу отправляться. Как мне выйти-то? Ладно. Давай тогда, знаешь, как поступим? Как мы поступим-то? Просто прокатимся, я посмотрю, куда ты повезешь меня. Когда мы отчаливаем. Тра-ла-ла. Кушай грибы каждый день. Зачем? Тогда я буду знать, что ты слушаешь меня. Боюсь спрашивать, кто ты, раз тебя можно услышать только под грибами. Возвращайся когда-нибудь, Тра-ла-ла. Я, кажется, поняла. Так, значит, это место, оно, как сказать, оно не пустует только после того, как я доберусь до следующей локации. Окей, хорошо. Так, мне тут делать-то нечего, в принципе-то. Так что, давай-ка ты меня обратно увезёшь, да? Хочешь прокатиться? Да. Куда мы сегодня направимся? Так это жаркоземья. Давай поплывем. Что? Тра-ла-ла, деревня Тэмми находится перед комнатой с гаснущими фонарями. Это типа подсказка? Но я уже нашла деревню Тэмми. Не своевременно. Возвращайся когда-нибудь, Тра-ла-ла. Окей, как скажешь. Так, туда мне нельзя. Сюда я пришла, значит, пойду сюда. Ладно. Тут какой-то завод или... Чего? Это же я. Слишком темно, чтобы хоть что-то разглядеть вдоль стен. Окей. Яркий свет! О, боже мой. Где? Я не ожидала, что ты появишься так скоро. Я забыла про дождь, я едва ли одета. Тут жесткие бедламы. Да ладно тебе, успокойся. Все. Привет. Привет. Я доктор Альфис, королевский ученый из Гора. Ну что ж, приятно познакомиться. Но я не одна из этих плохих ребят. Да ладно. На самом деле, как только ты выжил из руин, я... наблюдала за твоим путешествием через свою консоль. Понятно. Служение, твоя дружба, все. Вот откуда там камера? Вообще-то, я собиралась остановить тебя, но...
Да? Например, каким-нибудь через экран заставлять тебя привязаться к нему. Итак, теперь я хочу помочь тебе. Серьезно, я что-то сомневаюсь. Ну да ладно, попробуем тебе поверить. Используя свои знания, я легко проведу тебя через Жаркоземье. Я знаю верный путь из замка с горы без проблем. Клё. Ну, вообще-то, есть одна крохотная проблема. Давным-давно я создала робота по имени Метатон. Изначально я построила его, чтобы он стал развлекательным роботом. Ну ты знаешь, что-то вроде робота этого звезды или типа того. В любом случае, недавно я решила сделать его более полезным. Ну, ты знаешь, просто некоторые небольшие улучшения. Например, противочеловеческие боевые способности. Конечно, как только я увидела, что ты делаешь, я сразу же решила, я должна убрать эти улучшения. К несчастью, в процессе я, возможно, совсем немножко ошиблась. Теперь эта неудержимая машина бить в жаждущей человеческой крови. Замечательно. Просто прекрасно. Но, надеюсь, мы не попадем прямо на него. Я тоже надеюсь, а то как-то мне уже хватает проблем. Ой. Это что за... Ты что-нибудь слышал? Это что за там у тебя... Это динозавр топает. Это что, Тирекс? О, нет. Ты построила робота-динозавра? Оу, это хреново. О, да! Да, это хреново. Добро пожаловать, красотульки. На нашу викторину. Оу. Бог ты мой, чую, что наше шоу обещает быть горячим. А ну-ка, все вместе дружно поприветствуем участников. Первый раз у нас, дорогуша. Все просто, никаких проблем. Правило лишь одно. Отвечай верно. Или умри. А, ну все предельно ясно и просто. Окей. Хорошо, что сразу мне это объяснил. А, погоди. Если у тебя одна нога, как ты тогда там топал? А, хотя пофиг. Не хватало мне, чтобы меня убила железная коробка. Ну ладно. Давай посмотрим, что ты из себя представляешь, Метатон. Метатон, атака 30, защита 255. Металлический корпус делает его неуязвимым для атак. Замечательно, просто превосходно. Мне хана. Начнем с легкого. Приз за правильный ответ. Пощада. Атака, мечтай больше неверно. Ой-ой. Это хреново. Ладно. Плакать. Да я не буду плакать, но у тебя к чертям собачьим. Просто пощади меня. Приз в студию. Слушай, ты металлический Якубович, пожалуйста, оставь меня в покое. Полное имя короля. Асгор Дримур. Правильно, какой потрясающий ответ. А, чуть не сказала Азлагор. О, отлично, обожаю викторины, просто обожаю. А, пощади довольно меня. Довольно о вас, поговорим обо мне. Хорошо. Из чего сделаны роботы? Металломагия. Что слишком просто, а... Ну ничего, я тебя одолею. Я, знаешь ли...
слишком часто играла в клевер, и хоть я ни разу не дошла до конца, но тем не менее... Я смогу с тобой разобраться. И еще один простой вопрос. Да? Чего? Не знаю, пусть будет Дэ. Замечательно, я изумлен, господа. Правда? Не рассчитывайте на победу. Сколько мух в этой банке? Ты издеваешься, пусть будет. Я блин не знаю. Абсолютно, совершенно неверно. И как я должна была их сосчитать? Проверим вашу память. Память? В смысле? Какой это монстр? Это? Фроги? Парень, это так сложно, да. Ты издеваешься? Я же так умру. Ладно. Но сможете ли вы ответить на этот? Чмокнули бы вы призрака? Да. Чудесный ответ. Мне нравится. Ну, тут было невозможно ошибиться, да? Так, с этим я потом разберусь, окей, да? У меня теперь дофига здоровья, я смотрю просто. Значит, это вот есть привилегии 8 уровня. Окей, давай. Так, что там, блин, пощада, да? Вот пощади еще меня. Простой. Сколько букв в имени Метатон? В имени Метатон? Разумеется, это слишком легко для вас. Это было наугад. Что это за жесть-то такая вообще? А теперь приступим к тяжелой артиллерии. А, то есть это было просто до этого момента. Ну ладно, давай. Какое любимое блюдо? О, я знаю ответ. Плиточное мороженое. Четвертая часть все идут на пляж, и она покупает мороженое для всех своих друзей. И она изуверка, она одна, кто хочет его. Это один из моих любимых моментов игры. Потому что это и правда очень сильное послание о дружбе и... Альфис. Ведь ты же не помогаешь нашему участнику. О, тебе следовало сказать мне. Я задам вопрос. Убедись, что точно знаешь ответ. На кого запала? Запала? Ну, она следила за мной, значит... Серьезно? Серьезно? Морально! Боже, боже, как вы можете быть таким тщеславным? Мне это нравится. И хотя вы абсолютно не правы, вы заслуживаете некоторой похвалы. В смысле? Я видел, как она наблюдала за вами на экране своего компьютера. Улыбалась, когда вы добивались успеха. Визжала, когда вы терпели неудачу. Блин, это прям как я, когда смотрела аниме. И постоянно шептала. Нет, неправильно, ты должен был пойти другим путем. Разве это не любовь в каком-то смысле? О, да, это та еще любовь. Блин, Альфис, ты поехавшая. Так. Из-за того, что доктор Альфис подсказывает вам. У шоу нет драматической интриги, мы не можем продолжать в таком духе, но... Это был наш первый выпуск. Дальше больше драмы. Больше страсти. Больше крови. До следующего раза, дорогуши. И чё, это всё? У меня один только вопрос. Тут все такие поехавшие, или мне просто так кажется? Ну да ладно, твоё изобретение тебя прям просто стоит, знаешь ли, просто стоит. Что же,
Это было что-то особенное. Да уж. Ты можешь мне что-нибудь, не знаю, подсказать? Это последний вопрос. Он не должен был его задавать. Это последний... Он не должен был... Понятно, тебя заело. Постой! Постой! Позволь мне дать тебе мой номер. Ну ладно. Тогда, возможно, если тебе понадобится помощь, я смогу... Где ты достал этот телефон? Он древний. Мне его Ториль дала как-то. Не вынесет даже чатиться. Дело было в руинах, неудивительно. Погоди секунду, пожалуйста. Что за звуки? Вот, я улучшила его для тебя. Теперь тут есть чат, инвентарь, даже брелок есть. Я даже зарегистрировала тебя в крупнейшей подземной соцсети. Ну круто, чё? Теперь мы официально друзья. Только ты меня не спросила как бы об этом. Поэтому не очень красиво с твоей стороны так поступать. И чё? Я пойду в ванную. Постой, погоди. Может, ты мне скажешь, почему теперь на моем телефоне написано Xiaomi Yellowmi 900? У меня вообще-то была Nokia 3310. Чё за фигня? Ладно, просто уйди. Просто оставь меня наедине с моими мыслями. О, книжки. Люблю книжки. Научные книги. Совсем запылились. А чё, их нельзя прочитать? Все эти книги подписаны «Человеческая история». Открыть. Вы заглядываете в книгу. Это комикс о огромном роботе, сражающемся с красивой инопланетной принцессой. Это Marvel или манга? Что это? Что это за фигня? Не очень правдоподобно. Да вообще, она что тут мангу хранит? Боже мой. Видеокассеты и DVD-диски с различными мультфильмами. Все они помечены как человеческая история. А, боже. Кажется, я начинаю что-то подозревать. Все эти книги подписаны... Да. Вы заглядываете в книгу. Это книга комиксов. Пара полуголых поваров бросают энергетические блины друг в друга. Не очень правдоподобно. Да. Это действительно не очень правдоподобно. Это уже какой-то мир Гамбола, в конце концов. Ну да не суть. Все эти книги подписаны бла-бла-бла. Просто бла-бла-бла. Вы заглядываете в книгу, видите фигу. Жуткий андроид бежит в школу с тостом во рту. Конор? Похоже, он опаздывает. Не очень правдоподобно, да. Чё это? Из этой странной машины капает розовая слизь. Они тут чё, привидения ловили? Окей. Похоже, что это рабочий стол Альфис. Выглядит пыльным. Здесь очень странная атмосфера, скажу вам. Шкаф с одеждой забит грязными лабораторными халатами и единственным чистым платьем. Здесь лежат письма от многих монстров. Фрогет, Снежек, Доггу. Все они не открыты. Ну окей. Настольная лампа с розовыми рыбами на абажуре. Лампочки нет. Невероятное изобретение. Когда ее не используют, кровать складывается в очень легко рисуемый куб. Можно... Понятно. Это промо-постер ТВ-премьера Метатона. На обратной стороне написано «Спасибо за осуществление моей мечты».
Почему все так сложно? Почему она следила за мной? Похоже на заметки о чем-то, но все написано куриным почерком. Кажется, это прохождение игры или... так она что, курица, что ли? Я думала, она какой-то, типа, ну, знаете, динозавроподобный монстр или что-то типа того, господи. Это мусорное ведро, но оно довольно миленькое. Оно обычное, боже. Потрепанная временем статуэтка человеческой самки с кошачьими ушками. Смотрю, она любит всяких кошкодевочек. Чашка в форме желтой ящерицы, туда налита газировка. Компьютер. Он подключен к какой-то головоломке. Так, стоп! Какая такая головоломка в Снежнеграде? Которую я проходила, нет? У меня мозг кипит! Это наполовину пустой пакет с собачьей едой. Ну ладно, мне тут делать нечего больше, да? Я пойду дальше и... Тут такие звуки жуткие. Альфис обновила статус. Только дошло, что не смотрела битву онлайн и человека. Упс, я совсем забыла. Полагаю, когда она узнает о том, что я сделала, она меня возненавидит. Но как бы я ее все равно плохо знаю, так что мне немножко так все равно. Ее робот уже пытался меня убить, так что она не вызывает у меня прям таких уж теплых чувств. Альфис обновила статус. Но я знаю, что она непобедима, спрошу ее потом. Это звучит забавно. А вот это уже не очень забавно. Сейчас надо позвонить человеку и помочь. Ой, а может не надо? Может я просто пойду? Я не настолько уж тупая. Мне сюда, да? Окей. Вулканчик прогуливается. Угу. Здрасте, вы кто? Защита 0. По ошибке думает, что его лава может исцелять людей. Ты ранен, я помогу. Ой-ой-ой-ушки. Нет, спасибо. Ой, как там? Ну, он горячий, его не буду обнимать. Воодушевить может. Договорите вулканчику, что он проделывает отличную работу. Его атаки теперь смертельны. Блин, всегда я все делаю. Блин. Пам-пам-пам-пам-пам. О, хотя бы теперь можно от тебя свалить. Пока. Ух. Интересные тут постройки. Альфис обновила статус. Позвоню через минуту. О нет, она из тех, кто постоянно пишет в соцсетях всякую фигню. Вот не люблю я таких людей. Постоянно они добавляют какие-то тупые фоточки. Постоянно они пишут какую-то дичь, которая, ну, интересна только им. Но они считают, что всем должно быть интересно, какой фигней они занимаются. О, как удобно. Интересно, от таких передвижений голова не кружится? Трубы. Тут очень странные постройки. Свист пара и лязг шестеренок наполняют вас решимостью. Ух, какое счастье. Мои хп восстан... Ну, блин. Ненавижу телефон, не хочу делать этого, мама. Боже, как интересно. Сундереплан встает на пути ненарочно. Ясно, здесь все такие поехавшие, какие думала. Окей, привет, Сундереплан, как дела? Ну, хотя бы ты не Яндере. И то радость.
выглядит смущенной, но, возможно, она втайне любит вас. А, я не сэмпай. Я Тян! Вот еще, с чего-то тоже мне нравится. А, бомба. Серьезно? Дай угадаю, тебя зовут Нагасаки. Или Хиросима. Или как тебя еще, блин, зовут? Давай флиртовать, черт возьми. Вы говорите Цундере План, что у нее классные турбины? О, да, детка, у тебя просто офигенные турбины. Меня просто сносит от их мощности. А? Ты больной? О, мой бог. Которого нет. А что мне с тобой делать-то? Давай, ну, не знаю, приближусь. Надеюсь, ты меня не покусаешь за это. Вы приближаетесь к Цундере План, но не слишком близко. Человек? О, ты можешь меня хилить? Ей! Цундере План случайно задевает вас своим крылом. О, она смутилась, но мне плевать, я ухожу. Так, мне сюда, да? Воу! Интересно. Альфис обновила статус. Омди, не могу решиться позвонить уже 5 минут. Омди, я сделаю это. Я просто позвоню. О боже, может ты не будешь мне звонить, пожалуйста, я не хочу. Алло? Сброс вызова? Кто бы ни звонил, он сбросил вызов раньше. Ах ты ж подлая ящерица. Ты прям как вот те вот, знаешь, боты, которые звонят в 6 утра и сразу сбрасывают. И они, видимо, надеются, что ты им перезвонишь, но ни хрена подобного. Ни хрена подобного. Опять сбросишь? Привет. Короче, Синьор... Альфис, привет. Синие лазеры не ранят тебя, если ты не будешь двигаться. Оранжевые... Тебе надо двигаться, и они... Они не... Двигайся через них. Ок. Пока. Господи боже, как? Че я сделала это? Как тебе так не тряслись с тех пор, как она звонила пройти на счет погоды? Представляю, как тебя затрясет, когда ты узнаешь, что она сдохла. Вот это тебя просто, наверное, порвет на кусочки. Как ты сказала? Стоп, но здесь же нет погоды. Зачем она тогда звонила? О, нет. Ну, это было просто. Я бы и сама догадалась. Переключатель. Как удобно. О, мой бог, я забыла сказать ему, куда идти. Так, может... Милая фотка меня. Я могу просто двинуться. Вот без всей этой фигни. Ну, пожалуйста. Это Альфис. Подожди, северная дверь будет закрыта, пока ты... Не решишь колонки справа и слева. Я считаю, сначала надо пойти направо. Так вот, значит, оно как. Эй! Ну, пойдем направо, чё.
Интересно, будет ли скучно, если я объясню? Спокойно. Тут жарко, но у меня уже не горит. Дорога на работу заблокирована, так что я успел глянуть шоу Метатона на телефоне. Спецэффекты сегодня были просто потрясными. Человек выглядел почти как настоящий. Эй, сними очки и посмотри мне в глаза. Пофиг. Метатон? Да, он самая популярная звезда подземелья. Его фан-клуб насчитывает где-то, по крайней мере, три дюжины членов. Всего-то лишь. Сколько у вас всего тут монстров-то, я не пойму. Наверное, не так уж и много. Что это? Это... Что это было? Подбейте вражеский корабль, двигайте. Понятно. Я уже все сделала. Привет. Вау, у тебя вышло? Я восхищен. Ты должно быть совсем гик. Возможно. А у тебя, судя по всему, нет тела, и ты просто летающая голова. Ну да и хрен с тобой, я просто пойду отсюда куда подальше, чтобы меня никто не трогал. Так, сюда теперь, да? Альфиз, здесь! Этот синий лазер кажется абсолютно непроходимым. Но... Как у королевской ученой, у меня есть пара козырей в кармане. Я взломаю базу данных же в академии, отключу его. Окей. Дратути. Боже, какой ты стрёмный. Мы тусовались здесь, а вдруг куча головоломок просто взяла и активировалась. Это огромная проблема. И это круто. Из-за этого должны отменить занятия. Наконец-то! Кто-то выключил этот лазер. Раз уж мы свободны, то мы просто будем стоять тут и дальше. Окей. Снова то же самое, да? Ну давайте. Как это вообще работает? Опа. Ну, это было просто. Просто изи. Вот такой же покер фейс у меня сейчас просто. Покер фейс. И наконец. О! Какой крутой спецэффект. Этот. Я просто объясню. Что ты объяснишь? Я думаю, насчет головоломок слева и справа. Их немножко сложно объяснить, но... Боже мой... ты уже решил их... Круто! Господи, какая ты невежливая! Воу! Где я? Тьма вокруг меня. Что там такое? Почему? Эй, тут немного темно в этом месте, не так ли? Да, прикинь, тут очень темно. Я бы сказала, как где, но... Это не для твоих ушей, полагаю. Не волнуйся. Я взломаю систему света и включу ее. А нет. Кухня? О-о-о, да. Опачки. Добро пожаловать, красотули, на подземную премьеру кулинарного шоу. Готовим с роботом-убийцей. Подобейте свои плиты, ведь сегодня у нас особенный рецепт для вас. Сегодня мы печем торт.
Мой любимый ассистент соберет необходимые ингредиенты. Аплодисменты, пожалуйста. Нам понадобится сахар, молоко и яйца. Будь так любезен, милашка. Вы нашли яйца. Вы нашли молоко. Вы нашли сахар. Окей, на. Отлично, просто положи их в центр этой стойки. Сюда? Еее! Идеально, отличная работа, красотуля. Мы получили все необходимые ингредиенты, чтобы испечь торт. Молоко, сахар, яйца. О нет, один прекрасный момент, как я мог забыть. Мы пропустили самый важный ингредиент. Человеческая душа. Да почему я опять не могу двигаться? Алло, я тут как бы делом сейчас занят. Подожди-ка секунду. Не мог бы ты сделать... Нельзя ли сделать замену ингредиента в рецепте? Замену? В смысле использовать другой нечеловеческий ингредиент? Зачем? Что если кто-то... Вегетарианец? Вегетарианец. Блестящая идея, Альфис. Как ни странно, у меня нашлось решение прямо здесь. Везде пригодный вкусозаменитель человеческой души от МТТ, банка с которым находится вон на той стойке. Ну, дорогуша, почему бы тебе ее не взять? Оу. Что? Кстати, наша программа идет строго по расписанию. Если не сможешь достать банку за одну минуту, то нам придется вернуться к изначальному плану. Поэтому начинай забираться, красотуля. Звонок. О, нет, у нас не хватит времени забраться. К счастью, у меня есть план. Когда я улучшала твой телефон, я добавила немного примочек. Видишь большую кнопку, где написано «реактивный ранец». Смотри. Что? Вот. Тебе как раз должно хватить топлива, чтобы долететь. Теперь лети наверх. Ой-ой. О. Смотрю, ты не помогаешь, да? Ну, это неудивительно. Оу. Оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу. Эй, зачем ты тратишь на меня продукты? Не лучше ли использовать их... правильных целях. Господи, какой ты поехавший. Зачем ты это делаешь? Перестань. Робот, стой. Ты не можешь вредить человеку. Ты что, не знаешь про законы робототехники? Ну и ну. Похоже, ты превзошел меня, но только лишь потому, что тебе помогала выдающаяся доктор Альфис. Ох, дурно даже при мысли о том, что бы случилось с тобой, если бы не она. Что ж, покеда. И да, насчет замены. Разве вы не видели кулинарных шоу до этого? Я уже испек торт до начала шоу, так что забудьте об этом.
Ты чертов Глэдос, блин! О, у нас получилось! У нас правда получилось! Отличная работа, команда! Что ж, в любом случае, пошли дальше. А, мне хреново, мне нужно сохранение срочно. Игра, ты меня услышала, спасибо. Разглядев вдалеке контуры зловещего здания, вы полны решимости. Я полна решимости сохраниться и забыться, потому что это была какая-то жесть, ну серьезно. Робот-убийца. А, где-то я это уже видела. О, так я же чел, для меня это совершенно не новость. Боже мой, за что мне это все? Ну да не суть, бога нет, и пора заканчивать. В общем, как всегда, большое спасибо за просмотр, надеюсь, вам понравилось, надеюсь, вам понравится озвучка, которую я пока еще не сделала, но вы ее услышите. Фух, в общем, удачи вам в жизни, до свидания.